Сегодня замена разъема микро-USB на планшете Digma. Обрабатываем флюсом, чтобы максимально быстро можно было удалить старый разъем. Плата уже установлена у нас на операционном столике. Извлекаем старый разъем. Температура на паяльной станции 380 градусов. Обдув максимальный. Аккуратно пинцетом извлекаем старый разъем. Зачищаем площадку для установки нового. Вот у нас новый разъем в упаковке. Ставим новый разъем. Обрабатываем все флюсом. Начинаем установку нового разъема. Сразу стараемся выровнять разъем, чтобы все контакты совпали с контактами, которые находятся на плате. Максимально аккуратно пропаиваем контакты, которые находятся сзади. Смотрим, чтобы контакты не спаялись между собой. Зачищаем, если есть лишнее канифу. Зачищаем место пайки. Thank you.
вот так делаю я замену разъема.